Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В чемпионате Украины прошел 6-й тур. Черноморец впервые в сезоне сыграл в ничью, разделив очки с Александрией 2-2. Последний раз клубы встречались в 2019 году, когда одесситы уступили 0-3 в рамках 22-го тура. Александрия хороша. Команда набрала очки в 5 из 6 турах. Сейчас имеет 4 матча без поражений. Ингулец разгромил Мариуполь 3-0 4 месяца назад. Моряки также пропустили в очной игре 3 мяча, но выиграли 4-3. Полузащитник Владислав Шарай сделал дубль. Это его первые мячи в карьере. Мариуполь проиграл 5-й тур к ряду. Металлист 19-25 проиграл Днепру 1. Интересно, что самую последнюю личную встречу харьковчане уступили с таким же счетом 1-2. Это случилось полтора года назад в рамках первой лиги. Металлист 19-25 имеет проигрышный отрезок из 3 матчей. Динамо громит Колос 7-0, одержав третью крупную победу в новом сезоне. Последний раз киевляне забивали столько мячей в 2018 году в товарищеской игре австрийскому Телфсу 9-0. Уругвайц Депена и Виктор Цыганков забили по 2 мяча и отдали по одной передаче. Команда Луческу имеет 16-матчевую беспроигрышную серию в официальных матчах. Один из лидеров турнира Десна неожиданно крупно проиграла на своем газоне Вересу 0-4. Что это было? Выделим Немчанинова и Сергейчука, у которых по голу и результативной передаче. Верес впервые в истории обыграл Десну и на данный момент не проигрывает 3 игры. Шахтер потерял очки на выезде с Минаем 1-1. Большое значение сыграло удаление в составе Горняков на 15-й минуте встречи. Также в конце игры Екатерина Монзуль еще дважды достала красную карточку, однако во всех турнирах Шахтер не проигрывает 6 матчей к ряду. Рух минимально победил Львов и одержал первую в истории дерби победу. Напомню, в прошлом сезоне клубы встречались впервые и сыграли дважды в ничью. Львов идет 6 туров без побед, 2 ничьи и 4 поражения. Заря в конце игры выиграла у Ворсклы и не позволила ей выйти на второе место. Между прочим, полтавчане потерпели первое поражение за 4 игры, последний раз Заря выигрывала в личной встрече еще в 2019-м 4-0. Расписание. Чемпионат Украины возьмет двухнедельную паузу в связи с играми сборных. 11-12 сентября Минай примет Черноморец, Колос сыграет с Мариуполем, Александрия Ингулец, Металлист 19-25, Динамо, Ворскла Десна, Верес Львов, Рух Заря, Шахтер, Днепр 1. Список бомбардиров и ассистентов. Буяльский из Динамо забил 5-й гол. Калитвинцев из Десны и Тиль из Ворскла имеют по 4 результативные передачи. Таблица. Динамо продолжает лидировать 16 очков. Единственный клуб, отобравший очки, это Ингулец. Шахтер и Днепр 1 имеют по 13 очков. Десна 4-я 12. Команда второй тур пропускает 4 мяча. Ворскла и Александрия имеют по 11. Узари 10. Верес и Ингулец в середине. В нижней части таблицы Рух, Металлист 19-25, Минай, Колос, Черноморец и Львов. В самом низу Мариуполь 1 очко в 6 турах. Однако заметьте, клуб забил больше, чем некоторые команды. Ставьте лайк, если информация была полезной. Услышимся.